Елена Евгеньевна, расскажите, пожалуйста, о вашей семье и о том, какая жизнь была в Могилеве-Подольском до войны. Моя, ну, в Могилеве-Подольском жили мои бабушки, дедушки и родители отца, и родители мамы. Это родители моей мамы, вот, Денбицкие. Вот. А вот та фотография – это родители моего отца, Завадского Евгения Казимировича. У меня получилось так, что оба дедушка Казимиры. А чем занимались ваши родные? А, дедушка был бухгалтером. Ну, когда-то в другие времена был чуть-чуть побольше. Но пришло время, и он стал бухгалтером. Вот. Во время войны проживали в доме, где вы прятали свою подругу, вы, ваша мама и ваша бабушка. Да. А ваш папа, он был на фронте? Что? Ой. Вы что-нибудь знаете о 1937 году? Были репрессии в 1937 году. А? Репрессии были в 1937 году. Вот мой папа погиб тогда. А в чем его обвинила власти? Наверное, в том, что он поляк. Он работал заведующим питомником, агролесомелиоративным. Это было 1 ноября 1937 года, вечером. Как раз холодно было, ужасно. Вот помню сейчас, как будто вижу. Холодно, дождь, ливень жуткий был. Это было около 9 часов вечера. Мы сидели в кухне так, небольшое оконце. Стучат. В чем дело? Ну, вошли. Вот вам. Бумажка. Ну, не бумажка. Документ на обыск. Что, чего обыск? Ну, кто скажет? Вот. Начали все искать, открывать и комоды, и шкафы, ну, что можно было посмотреть. Вот. И где-то около 11 часов вечера: одевайтесь, пойдете с нами. Все, последние слова. Заплакали и ушли, и все. Больше мы его не видели. Правда, мама ходила под эти самые, под тюрьму. Один раз папа, ну, приподнимает голову, а его по голове, чтобы не поднимал голову. Но один раз уже, ну, это уже был последний раз, так мы поняли уже. Папа увидел маму, уже не боялся, что его будут ударят. Встал, снял шапку, низко маме поклонился. И это была последняя встреча, последнее, так сказать, свидание. Потому что из нашей семьи, папиной семьи, 4 человека ушло. 2 брата и мужа, 2 сестер папиных. Всех, потому что поляки. Потому что поляки. Каким вы помните Могилев-Подольский перед войной? Вот какая жизнь была в городе? Чем занималась молодежь? Ну, вы знаете, обычно. Ну, и кто работал, а кто учился. Вот это такая работа у них была. Много евреев проживало в Могилеве? Много. Много, да. А как складывались отношения вот между украинцами и евреями? Никакой разницы не было. Никто никого
не презирал, ничего, но нормально, люди как хорошие соседи. Хорошие отношения. То есть никакого антисемитизма не было, все жили вместе. Никто понятия не имел об этом. А расскажите, пожалуйста, о вашей подруге, которую вы спасли. Ой, моя Сарочка. Ну, вообще, потом ее Софа стали звать. Вот. Как вы познакомились? Вместе учились в школе? Да. Да, мы в школе. Мы с третьего класса. Вот. Она пришла в школу еще тогда, еще такая наша школа была такая, извините, зачуханная. Но очень скоро нам дали хорошие очень здания. Хорошая была школа, учителя были хорошие. И украинцы, и евреи вместе учились в школе? Да, конечно. Вот как мы с вами сидим, мы разговариваем. Так и в школе у нас никакой не было разницы. А вы можете ее описать? Вот как она выглядела? Какой вот вы ее помните перед войной? То есть это сколько вам было? Как бы лет 16-17, да? Да, я 25-го года. Угу. Вот, значит, сколько там мне было? Класс, я закончила 9-й класс. Мы собирались в Москву ехать, ну, в общем, свои планы были. И вдруг вот это объявили войну. Ну, начали там, боже, окопы копать. Учеников забрали, мы ходили и копали эти самые окопы, как умели, как могли. Но очень немногие успели уехать. Вы знаете, нашему Могилеву-Подольскому очень даже повезло. Потому что, скажем, это вообще было раньше и сейчас, это Винницкая область. Но когда началась война, вдруг эта самая Винница отошла к немцам. Ну и, конечно, там с евреями было очень плохо, убивали. Вот. А у нас нет. Но вот когда пришла к ваш город немецкая администрация, в городе же еще были какие-то евреи, вот что происходило с ними, вы помните? Ну да, конечно, было очень, очень трудно. Ну, в начале там месяц или два были, там немцы хозяйничали, но потом немцы это отдали румынам. Это была румынская часть Транснистрии. Пограничным городом. Он стоит на Днестре, на реке Днестр. Когда началась война, территорию Могилева стали быстро проходить немцы. В это время мы взяли в наш дом жить мою подругу Сару Перельман и ее маму. Целью Яковлевну. Вернее, она где-то записана Сицилия Яковлевна. А дедушка ее был учителем математики в еврейской школе. А ваши соседи, они как бы знали или догадывались, что вот вы прячете двух евреек у себя дома? Да они тоже это делали. Я с мамой и бабушкой прятали Сару. Вот, и ее мать. А Сашу прятала другая семья. Саша – это брат Сары? Да, Саша – это брат Сары. В это же время у нас жила подруга моей бабушки, Мальвина Михайловна Лернер, со своим мужем. Когда эти самые выгоняли из Румынии евреев, ну,
Ну, нужно было идти через Могилев куда-то. Вот, ну, многие оставались в Могилеве. Вот. Ну, а где уже и люди идут и спрашивают, возможно ли там остановиться. Ну, останавливались. И жили у нас какое-то время. Вот. Ну, вот, а потом, ну, людям же тоже хотелось что-то приятное сделать. И вот и оставались эти самые. Ну, подарили, презентовали. Презентовали, да. Да. Что сейчас, Ой, сейчас я сейчас еще что-то найду. А после войны, ну, она поступила в институт. Там у ее в Ленинграде были родственники. Это получилось, что она, по-моему, раньше немножко вышла замуж. И летом мы встречались, ходили, гуляли в Могилеве, там ходили в Атаки. Атаки – это местечко молдавское. Отач. Когда мы приезжали в гости в Петербург, мы останавливались у моей подруги Сары. Я ее до сих пор очень люблю.